Добрый день, с вами Аграфина, мой канал Магика Удоста. Подробно обо мне можно узнать на моих сайтах, в шапке профиля. Найти меня в Инстаграм, Ютуб канал, Телеграм канал Аграфина Таро. Сегодня у меня гадание по знакам зодиака на неделю 13-19 марта. Помним, что нами очень сильно управляют все-таки внешние силы, такие как астрологические аспекты, в зависимости от даты рождения. А утром просыпаемся, это потому что солнце на нас светит, засыпаем, потому что мы привязаны к этому ритму, наш организм. Также много есть других влияний, которые мы сейчас исследуем. Начинаем, это у нас Дева, Весы, Скорпионы, Козероги и Водолеи. Начинаем с Девы, с чем ходит Дева. Влияние именно высших сил астрологических. Все остальное мы тут не отслеживаем. Так, у Девы. Девы затор какой-то. Она хочет очень быстро что-то получить, но то другое, то пятое, то десятое. Так ощущает себя Дева. Какие-то палки в колеса вставляют по работе. Угу. Опять же, сбивает вашу интуицию. Может также всплыть много каких-то вещей, которых раньше были, вы не замечали, и вот они поперли, да? Там, где вы прошли, были, оно все это вам вылезет. Прислушивайтесь к своей интуиции. Кстати, хорошая карта для разного рода ведуний, колдуний, тарологов, астрологов. Вся много чего для вас информация выплывет, вам нужной. Я эту карту рассматриваю в перевернутом виде, как позитивную. Познание тех тайн, которые вы упустили. Ну, социум, дело не шибко, социальный у нас человек, сотрудничество, которое не работает, невозможно добиться от людей ничего, также оно неплодотворно, вы тратите силы, и пока так вот все висит, повисло. Казенные дома, сотрудничество всякие. Так, горло, следите за горло, потому что это равновесие, возможно, что вы давно не замечаете, ходите с какой-то болезнью, ухо, горло, нос, щитовидка, вот оно попрет. Это не страшное, не сильное расстройство, но тем не менее, обратите на него внимание. Вау, шестерка жезлов, вау. В любом морковь поперла, причем быстрыми шагами, возможно, какая-то быстрая встреча, свидание, причем на котором вы будете очень довольны. Если вы в браке, у вас быстро движутся ваши какие-то семейные дела, совместное какое-то дело, которое вот связано, возможно, с поездкой, возможно, с переездом. Очень хорошая карта, быстрая. Что вы получите, прям будете очень довольны. Это сама Дева, женщина-дева, королева пентаклей. Посчитала денежки, накопления, сидит, радуется, все у нее в порядке, все посчитано, все стопки денег. Она очень рада, очень довольна. Прекрасно, какие-то планы финансовые, земельно-строительные, которые принесут вам выгоду, пользу. Видите, особенно хороша карта в семейном таком вот случае. Не в семейном тоже. Посчитала денежку, выгодный жених или невыгодный. Значит, выгодный. Наши весы. Так, у весов движуха. Чего-то ждали. Когда луна станет полная, что-то еще. И вот на этот момент настал. Все задвигалось. Что-то там, границы открылись. Кто-то там освободился. Так, развелся. Не знаю, написал. Так, что-то за движуха. А вот он, король мечей сам. Очень активно, большая активность на работе. Хорошо, особенно если у мужчина весы, это вы сами, который продавит кругом своим хитрым и жестким умом, да, продавливает чужие границы, прям расширяется. Для женщин, ну, для женщин это наоборот, вам придется столкнуться с тем, кто вас пытается использовать, нагнуть. Очень такой жесткий, такой с налету, с полету, давай-давай. А также это может быть такой работодатель, клиент, заказчик, обратите внимание. Умный, хитрый, блестящий и очень такой жесткий у нас меч. Знает, что сказать, когда сказать, как рубануть. О, получение какого-то
Прибыли, однако, вот через сложные какие-то тернии к звездам, возможно, переплата, какие-то сложности, условности, оформление дополнительных документов, но это все равно карта прибыли, подарок может быть. Кто-то что-то подарит прямо. Состояние здоровья. Приподнято, эмоциях. Вы находитесь в таком вот состоянии, особенно эмоционально приподнято. Однако эта карта может означать, что вы пребываете в иллюзии, либо колите себе какие-то обезболивающие, не замечаете, что что-то вам надо этим заниматься. Ну, в целом карта хорошая, в принципе, и прогноз хороший в этой карте. Все, что есть, это все вылечится. Потому что настрой хороший. Хлопоты в личной жизни, приключения, возможно, молодые какие-то поклонники, поклонницы. Хлопоты с детьми, если это вы все в семье, неожиданные, но приятные. Вестники жезла, они дают огня, они дают... Да, они внезапно возникают и внезапно уходят. И четверка пентаклей. У вас есть база, на которую вы всегда можете вернуться, поспать, полежать. То есть тихая, спокойная жизнь в конце недели без каких отдых от бурного життя на неделе. Тут просто там отстаивание, там подарок, там движуха, там все, наконец, вы сможете отдохнуть под конец. Так, наши скорпионы. Двойка мечей. Ну, скорпионы, вот они в конфликте. Долго терпели, но прорывается. Уже прорыв пошел. Возможно, какой-то сложный разговор. Вы сорвете маску такое терпение, кому-то что-то наговорите. Ну, по вашей работе. Король чаш. Ну, кстати, такая вот работа. Работа по душе, работа с людьми. Успехи, особенно если у вас работа связана с какими-то семьей, клиентами, психологи-уроги. Король травники, то есть поддержка, такой коллектив для женщин, мужской коллектив, для мужчин это работа такая, приятное собеседование, где вы понравитесь, там, если вы собеседователь, соискатель, ищите работу, отлично. Вау, солнце, слушайте, прекрасная карта, блеснуть своим умом, красотой, образованием, знаниями, получить знаниями. Светская жизнь, особенно рекомендую скорпионам посетить какую-нибудь выставку, день рождения, потому что эта карта Солнца, одна из самых лучших карт, позволяет также, это может быть знакомство в общественных местах, на каком-то празднике, с которого может перейти в личную, близкую, семейные отношения, ну, для одиноких. Для неодиноких это чрезвычайно успешное какое-то сияние, блистание в обществе, в светская жизнь. Вот, скорпионы, да, они такие. Знают, как король пентаклей. Ну, ваше здоровье, в целом оно неплохое, может пострадать только в случае, а этот случай, видимо, представится. Нарушать образ жизни, режим дня, не поела, не попила, не поспала, не приняла таблетку какую-то свою. А так, по сути, вам ничего не грозит. Следите за своими. Перетрудилась, пожалела на себя денег, что еще, вот так вот. Поэтому обратите внимание на это. Так. По состоянию в личном что-то от вас хотят, какие-то требования, и вам даже, возможно, видите, с двойкой мечей, вы вообще на это так не реагируете. То есть вам надо что-то порешать, что-то отстоять, кого-то поставить на место, но вам прям не хочется это. Вы как страусенок, да, зарылись в песок, то, что говори что-то, я тебя не слышу, все, пошло. То есть пока не знаете, что с этим делать, ничего не собираетесь делать, да. Звезды, слушайте, космические наши скорпионы, тут и солнце, и какой-то, кстати, король кубков на любом, на работе для женщин, может, еще.
солнце в общественном месте, да, звезды какие-то прям перемены, которым дано сбыться, и причем вы будете жить так, как вы намечтали. Там очень много карт, кстати, этих звезды, солнце на этой неделе всем выпадают. Какой-то астрологический аспект очень силен. Так, наши стрельцы. Стрельцы. Стрельцы на расслабоне, ушли от разных всяких хлопот, решений. Не хочу ничего решать. Заползли в коробочку. Так, сильно много, как говорится, все чего-то от вас хотят, но вы все это имели в виду. Так, и хорошо. По работе. Старое дело, которое вы выполняете на автомате. Не, может быть, приходится выполнять доделки, что-то переделывать. Оно не очень вас радует, но это то, что было. Также возможно приглашение назад, обратно, в какую-то фирму, в которой вы уже работали, сотрудничать с человеком или клиентом, заказчиком, которым вы уже работали. Если вы не работаете, не учитесь, также в вашей материальной сфере, возможно, какие-то возвраты, придется схлопотать над этим, возвращаться к старому вопросу, который не очень хотелось бы, да, по социуму. Ага. Ну, дальний родственник не приедет, мир перевернут. С другой стороны, эта карта также может быть социальных каких-то конфликтов, соседей, друзья, родственники какие-то, в общем, не мирным. Вам придется их обходить, да, как-то обижать, чтобы у вас был мир. Нет, значит, может столкновение произойти прям такое, что вам придется рассказать, где вы, а где они. Сцене здоровья хорошие, всадник жезлов. Кстати, хорошая карта для быстрого выздоровления. Особенно ноги, ручки. Там быстро, чтобы быстро двигаться, похудение, улучшение внешности, привлекательности. Всадник, прекрасно. Дым, аж дым идет. О, в личной жизни. В личной жизни ощущение какой-то грусти, печали. Прям доконает кто-то вас. Прям доконает. К счастью, карта не связано со здоровьем. Здоровье в порядке, значит, карта, в общем, угнетённого. Старая проблема, и она вас продолжает как-то огорчать очень сильно. Так, что у нас? Вестник кубков. Но недолго. Так, то, что вы уже давно знаете за это, да? Что у вас кака какая-то. Вот она опять, эта кака. Ну, вестник кубков. У вас есть веселье под конец, у вас есть творчество, у вас есть веселые, легкомысленные друзья, дети, наконец. То есть это стрелец не слишком так грустит, печалится, развлекается и играется, наслаждается жизнью как-то так, по-детски, да, забрасывает свои дела. Вообще там есть тут немножко такая, знаете, тенденция стрельцу забросить все и не решать, не думать. Не запустите свои дела, да, вывод какой. Что-то у вас тут требуется, у вас усилия, а вы прям заигрались. Наши козероги. Угу. Козероги. Ну что, козероги, не делали, не думали. А вот опять снова. Вам надо решать дела казенные, какие-то оформлять документы. Возможно, решать старые вопросы с любовью, с деньгами. Сейчас посмотрим, с чем это связано. Карта суд, это какое-то что-то серьезное всегда. По работе маг перевернутый. Ну, вот уже сам себя перехитрил. Либо, если вы управляете людьми, то вы только думаете, что вы мимо управляете. Походу, ваша хитрость и умение управлять тут дает обратные результаты. Также это карта, где вы можете столкнуться с клиентом, заказчиком, директором, начальником, каким-то партнером, ну, который там что-то очень-очень хитрый. Учтите это при собеседовании, что вы можете что-то не понять, и это будет истолковано против вас. Так что рекомендую самому быть магом этим, да, очень хитрым. Хотя бы так есть возможность общаться с ними. Новые начинания, новое общество.
новые знакомства где-то будете, возможно, в новом месте. Да, старые уже вам надоели. По состоянию здоровья отлично. Выздоровление. Кстати, у кого-то может быть беременность. И также хорошая карта для эмоционального подъема. У кого там депрессии, бессонница, все это наполняется. Также половая сфера, особенно женская. Полный сил, энергии, что тут еще, выздоровление в личной жизни. Эх, так, флирт, новые интересы, возможно, знакомство с молодыми поклонниками, поклонницами, большой разницы. Опыты с детьми, то есть Козерога вообще, все поперло просто. Если бы не вот этот мах на работе, хитро умный. И конец, перевернутая сила. Ну вот, это все-таки два старших аркана. Вас явно пытаются очень хитро нагнуть по работе, и вы чувствуете, что вы не знаете, что вам делать с этим магом, с этой ситуацией хитрой. Как ни пойди, да, они все время вас обставляют. Дальше. И водолеи. Ой, водолеи прям счастливы. Праздник, победа в любовном треугольнике, в конкуренции, обретение того, то, о чем вы мечтали. Причем это такое что-то приносит вам радость, скорее всего, что это любовные все-таки отношения. Может, так, победа в конкурсе. По состоянию, по работе. Возврат к работе, к старым своим обязанностям. Возможно, что вас позовут работать туда, где вы уже работали. Старые клиенты, заказчики, возврат. Либо вы давно мечтали о таком. Для тех, кто не работает и не учится, также это возвращение каких-то старых приятных вам дел или решение старого вопроса, который вы не надеялись уже решить, в материальной сфере вашей, что-то купить, продать. Так, социум. Ну, социум, как всегда, только выматывает водолеев. Захочется всех послать. В общем, какие-то там большие, крупные там праздники, где много людей, где все это вас выматывает, и вы будете стараться избегать этого. О, императрица, смотрите, что-то у всех карты. Императрица, выздоровление, прибавка веса, беременность, у кого это актуально. И в любом случае это хорошая карта для мужчин и для женщин. Императрица всегда означает здоровье, всегда. И даже больше, да, кого-то еще и счастливые роды беременным, желающим забеременеть, прям прекрасный шанс забеременеть. В личной жизни все по уму. Возможно, что у вас есть несколько претендентов, которых вы оцениваете через рассудок, да, подходит, не подходит, беседуете с ними, просеиваете это все через ваш ум, через ваши расчетную какой-то расчет. Конец. Девятка. О, любовь. Все, любовь, тут страшная любовь. Началось, да. Вы довольны своим выбором, вы довольны своим партнером, у вас полное взаимопонимание и по уму, и по сердцу, и по всем эмоциям, теплая близкая связь, радость, понимание того, что вы получили наконец все, что вы хотели, кстати, в личной жизни. Вот. И такая очень позитивная карта у водолеев. Может, даже праздник семейный. С вами была Аграфина. Все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео. До свидания.